Всем привет, с вами Кристалл и... Skyline, здравствуйте, дорогие друзья. И мы продолжаем играть на сервере MindSoul, играем в Minecraft, да, как обычно, но на этот раз на Magic сервере и в кооперативе, конечно же. И дело вот такое, как видите, я нахожусь совсем в другом месте, в отличие от предыдущей серии, потому что я совершенно забыл заприватить в прошлый раз. Мне было срочно уходить, я такой, да-да-да, надо бы заприватить, и все, нафиг забыл, когда мне надо было уходить, я ничего не заприватил, в итоге, когда захожу, у меня просто тысячи домов построено вокруг, я, может, потом их покажу, там довольно прикольные домики, кстати говоря. И вот, пришлось переезжать, координаты сейчас новые, можете строиться где-нибудь за зоной привата, вот видите, в принципе, мой квадрат огромный, поэтому где-нибудь там стройтесь, я, может, в гости буду заглядывать иногда. Потому что я и в офлайне играю, не... то есть, это, как это, не на запись играю, да, вот. Сегодня полдня играл, строил. Полдня вот эту всю махину строил, хотя выглядит это как не знаю что. Такое ощущение, будто, что, блин, я полдня строил, но я вообще там тоннель строил очень долго, мне надо было. Я на хлебнике и просто решил попользоваться его построенными домами и всем прочим. Кстати говоря, я тебя, по-моему, в приват не добавил, нет? Ты можешь что-то ломать или... А, ты же можешь вообще, в принципе, без разницы ломать, не ломать, да, вроде? Да. А, ну тогда ладно, можно и не добавить никуда. В общем, вот такой вот туннельчик, он у меня придуман для того, чтобы я здесь потом сделал разные библиотеки, в общем-то, крафт-столы какие-нибудь там эти зачаровальные, здесь, в общем, все такое будет, и стекла, это такая подводная база, и сейчас, я думаю, стоит, пока у нас появились хоть какие-то ресурсы, заняться магией, поэтому вот, и надо начать с палочек, я думаю. Ну, наверное, да, но... Ты можешь заниматься палочками, я понять не имею ничего в магии. Я рыбачу. Кому я там гайд кинул? Так, куда... А, все, вспомнил, думаю, куда железо делать. Так. Так, делаем железные самородки, из самородков делаем, как они, наперстки, по-моему, как они там называются, наконечники. Да, наконечники еще один надо мне. Я просто не вдупляю, чего надо. Я тебе сейчас сделаю, не переживай. Окей. Так, оп. Пойду дальше рыбачить. Ну, рыбачь давай. Так. Как бы, магия магии, но рыбка сама себя не поймает. Да, у нас кит-фуд есть, я не знаю, зачем здесь вообще рыбачить. Что? Софткор? Что? Да? На то есть сервера MindSoul. Написал кит-фуд и нафиг вообще какие-то животные. Рыба, к черту рыбу. Да, хорошо. Так, оп, первую палочку сделал, вторую палочку сделал. Это же вкусно. Вообще, ты бы лучше нашел мне бамбука, потому что у нас нету книжек вообще. Нужна книжная полка, чтобы Тау Мономана Миникон какой-то там сделать. Не помню, как он называется правильно. Не матерись в прямом эфире. Да я больше думал, что может какой-нибудь призову дьявола Тау Мономана Миниконовского какого-нибудь. Слушай, там это может кто-то откуда-нибудь выйдет. Ладно, там Некрономикон, Некрономикон, Некро... Как он там... Некромикон, я еще его называю, потом мне все-таки в комментариях: Кристалл, ты неправильно называешь! Некрономикон правильно! Все-таки в комментариях мне. В общем, учебник по экономике для старших классов. Да. Скажи. Я чувствую, что если вы его прочтете, вы отлично не заметите особо. Я нашел бамбук. Нашел? Нашел. Давай. Давай, давай, бамбук. В общем, нам надо будет хотя бы. Сколько. я думал, там... не, стоп, это чей-то бамбук, так что спилить сверху только. Либо он его не заприватил, я не знаю. Ну, будет забавно, если ты у него весь его заберешь. Ну, ты же понимаешь, да? Что, ну, даже если заприватил. Ну, спили верхушку. Так, ну что, у меня есть палочка, по сути, сейчас она бесполезная. Ее бы, конечно, заправить. Слушай, какой-то хрена гигант делает. Я не знаю, что он здесь забыл, ему будет... Это просто место реинкарнация. Вот тут прикольно, он, кстати, не исчезает, не горит, ничего, ему вроде хорошо. Но мы его тоже не трогаем, как бы, он наш друг. Вася зовут, если что. Вай-вай, Вася? Ага, он... Он всегда в шоке от этого мира, у него всегда открытый рот. Ему всегда прикольно так. А, кстати, ребята, я сейчас вспомнил на тему того, что, наверное, некоторые подумают, почему ты, блин, со Skyline'ом снимаешь, хотя, говорю, типа, с нами должен снимать, там, все такое. А, следующая серия, ребята, стопудово будет уже с вами, я просто подумал, что, наверное, стоит побольше, чтобы заявок уже появилось в теме, и тогда уже действительно отбирать. Кстати говоря, у нас около дома было бамбука прилично. Где? Там, рядом с еще одним гигантом Васей. Ой, вот только не говори мне, что стоит еще это вернуть все. Да нет, конечно. Ты ему хоть оставь там чуть-чуть, а то есть... Ну как, нижний слой ты ему оставил? А, я думаю, вообще все под корень, все с такой. Не,
деревне. Ничего не знаю. Что за три штучки оставил? Здесь не было бамбука. Ну, нормально, он вырастет. В следующий раз тебе предупреждение. Сиди, король, с ружьем. Ага, от админов. Да. Знаешь, это как это, тут как GTA, только Майнкрафт. Типа, I need your car, знаешь, I need your бамбук, или как, сахарный тростник, не I знаю. Gloves, да. По идее, это сахарный тростник, но у меня все время привык, что это бамбук, так что это бамбук. То есть садим его, да? Да, сади. Так, что у нас, жезл есть, отлично, сейчас надо столик организовать, пока мы все равно ничего не делаем, пока у нас там все это дело растет, давай столик захерачим. Так, и где у меня... А, вот у меня древесина. Нет? Так, оп. Это не те слова, да? Готов, стол готов. Так, вот только куда я поставлю... А, вот здесь сюда, в принципе, поставлю. Так, оп. А, слушай, нам чернила надо. Осьминога видел? Здесь был... О, вижу осьминога, все, у нас с ним разборки. Все, я пошел. Так, оп. Стой, ты где, осьминог? Надеюсь, там что-то гигантов много развелось, слушай. Сейчас осьминог такой. Брачный сезон у них, что ли, я не знаю. Слушай, а может мы это сервером ошиблись, это этот? Ну и там понятно. Сервер магии, так что, в принципе, все магии возможно. О, есть чернильные мешки. Все, зашибись. Сколько? Так, а ты куриц не видел еще случаем? Нет. Вот это печально, нам нужна курица. Очень нужна, потому как, что... Как бы жареная или какая нам курица вообще нужна? Нам нужны перья ее. Курица нам сама нужна хоть в каком виде. Ой, паук какой-то с какими-то штуками. Какими от штуками? Себя излучаем. Ага, босс. Пойдем. Ты, кстати, этот, выключил, нет? А то будешь бегать как... Сам вспомни, что ты там включил. Да, я вспомнить, но не могу. Год. А, не, это-то выключил. Ну вот. Ну что это мне тут, Париж? Так, стол есть, палочка на нем теперь есть, отлично. Овца есть. Может теперь забрать палочку? Ну теперь у нас вот такой вот стол, хотя надо еще один стол сделать. Прикинь. Кого? Кританул. А. Вау, криты в Майнкрафте. С какой там версии они появились? С какой-то версии перестал в него играть. Ты недавно в него играл. Это было давно. Месяц назад? Два. Прям прошлый год. Возможно. Так, мне надо... Ах. Где бы взять теперь эту чернильницу-то, ё-моё? Пустой стаканчик-то, может, найдется, а вот... Пузырёк есть. Пёрышки. Да пузырёк-то есть, а вот пёрышек-то нет. Где курицу сейчас найти, так это вообще? Капец. Ну, может это, сбегать куда? Куда? На рынок. Да. Может такого имеется, не? Да имеется, наверное. Сбегаешь такой на спаун, ребята, куплю перья. Скорее выбью из вас перья. Да это подлый, это коварный план. Это я буду так сбегать, ты можешь там просить. Все, кто задерживается чуть дольше и смотрит в инвентарь, я их убиваю, да? Ищу перья. Что какие-то колокольчики тут, какие-то цветочки странные. Синий крипер. Синий. Перепил. Возможно. Может, он просто антифриз очень любит пить. Ну, или нитроглицерин какой-нибудь там напился, мутировал немножко. А при чем тут нитроглицерин? В плане прокачанный синий. Знаешь, как в старых играх, на какой-нибудь Денди там или еще что-нибудь, например, на Сеге там враги были разных цветов, и они типа были просто сильнее, типа он, не знаю, что-нибудь выпил и стал просто другого цвета и типа посильнее. Понятно. Не, я как бы это особо не играл в них, у меня это спектрум был. Да, отличная вещь. Ну да, все еще есть. Вот если я заблужусь и не найду, как вернуться, я во всем вину тебя с этими курицами. Я сам куриц ищу. Самое забавное, что обычно я осьминогов ищу, на этот раз курицы решили сбежать отсюда. И, ну, они вообще в этом мире есть? Есть, но очень редко. Кстати, я корову нашел. Фу, корову, говорю, это лошадь. Знаешь что, мне просто... Это люди? Ну, там есть монстрики разные. Земцы? Что? Это земцы? Знаю, баба какая-то.
Размалёванная. Не, там обычно лучше не встречаться с данными ребятами, потому что они довольно злые. Так, еще овца. Я столкнулся с дрядой. О, я нашел курицу, курица, курица. Так, слушай, умри, перо дай, пожалуйста. Дала перо? Она дала перо! Все. Так. Хоум. Тебя ТП-шить? Или сам? Или ты сам умеешь ко мне телепортироваться? Нет, не уверен. Слэш ТП, мой ник и свой ник. ТП. Зло мне колбочку дашь. Кристалл, да? Нет. Кристаллит. Давай, мне колбочку. Надо. Ой, я, кажется, что-то перемудрил с ником. Что ты там мог написать? ТП. Может, с большой буквы? Ну, там не сильно читывается, но может с большой. Крусталай. ИТ. Кристалл ИТ. Скурине. Молодец, наоборот ты писал. Да? Да. Ты же сказал, сначала твой ник, потом мой. Сначала твой, потом мой. Или мой, потом твой. Я уже запутался с тобой, вот блин. Вот именно, что я тоже запутался с тобой. Короче. Скайлайн. Ну вот сразу бы так сделал и все. Ну я ж хотел, чтобы ты научился хотя бы телепортировать людей. Я просто забыл это. Так. Не виноватая я, не виноватая я, в общем. Так, оп. В общем, вот так. Чернильный мешок надо? Так, это сюда. Нет, у меня есть. Оставь при себе пока. Положи лучше сундук вообще. Так, чернильница есть. Есть, все. Так. А, блин, двойной же стол, по-моему, надо. Да, двойной стол надо сейчас. Пойду выложу всех, бойдусь все. Блин, так-то классно этот Magic моды все эти. Гораздо больше мне нравится, чем хай-течи. Хоть просто потому, что их легче понять. Да ладно. Ну. Мне легче. Мне легче. Тебе не знаю. Так. А, столик есть, эти есть. Так, доски еще закинуть. У меня много досок, надеюсь. Или сейчас еще дерево придется идти рубить. Ну, так. Нет, 17 дуба есть. А, дай сюда. Дай сюда! Гопник. О, даже прям дуб целый. Мне ж не сказал. А, у меня 40 ели такой, где же дерево? Ну да. Ну ничего, мне дуб тоже не помешает так. Хоп-хоп-хоп, сейчас будет у нас столик большой. На нем можно писать. Прям настолько большой, да? Угу, двойной. На нем можно писать. Угу. Писарем. Не... Легко стать писарем на большом столе. Так. Ой, я знаю, чем сейчас ситуация на большом столе. Так. Все, есть куча знаков, которые мне непонятны. Потому что. Там Skyrim зашел, что ли? Так. На каком языке решил почитать, куча знаков непонятных. На, вон, зайди, сам посмотри, куча знаков непонятных. Это нам еще предстоит узнать, и я думаю, надеюсь, зрители уже будут нам потом подсказывать все. Что там, да как, зачем и почему. Срубить, но оно какое-то слишком... Ты там, надеюсь, великое дерево не точишь? Ель. А, ну тут ель тогда нормально. Это какой-нибудь... Судя по высоте, оно там не то, что великое, но... Ага, вон оно сколькоэтажное, ну нет уж. Так. Ну, коль пока у нас надо подождать, когда все это дело вырастет, пойдем, не знаю. Не, надо золото найти, вот что надо. Пошли искать золото. Да. Веди меня, мой верный конь. Под землю. Где? Так. Давай, показывай. Я кирку ищу, погоди, у меня моя... На мою. Моя быстро сломается, я чую. У меня кирка новичка. У меня каменная кирка новичка, еще посохи всякие есть. Так. Слушай, у тебя даже хоть что-то есть. О, мне можно железную сделать, так. Пошел-ка я к низу. Ты не туда пошел? Как не туда? Все туда. Низ там, под земля там. Не? Там зона постройки будущей. Вот здесь у меня шахта. Блин, шахта. Понатыкал человек. Понаковырял. Свинка? Все, можешь бурить куда угодно. Главное, найди мне золото. А Зоита! Мне надо много зоита. В
Слушай, если целых тебе надо два... Зои, то иди в олимпийскую комиссию. Целых два слитка. А? Целых два слитка надо. Уран, я бегу отсюда. Бери с собой уран. Там уран какой-то. Какой я уран? Засветиться. Руда земляного кристалла. Да, господи, уран. Я еще не знаю, что зеленый. Он аркенстоуны. Аркенстоуны, это что-то из властелина этих. Да. Аркенстоун. Здесь. А, Арканстоун, типа, да? Угу. И что с этими кристалликами делать? Ну пока ничего. О, еще нашел. Этакой уран. А магический. Фонари, есть? Фонари нет, факелов есть немножко. Факелы. Что-нибудь. Держи. Что способно светить? Держи, светись. Три штучки целых. Просто понимаешь, мне уран не помог. Спасибо, но их четыре. Там четыре? Блин, я тебе больше кинул, чем надо было. Ну вот, все. О, я нашел паутину. Тут шахта, это, что ли? Этот мэр был, как он там, гранит, нет. Собирай, а потом в этот, как его, в декорации дома пущу. Окей. А то я вот так буду, надо же все-таки это, ресурсов набрать, потом зрителей и рабов использовать, чтобы они мне дом строили. Слышите, да, вот зачем вы им вообще нужны. Ну, у нас уже был разговор в одной из серий. С кем? На тему рабов. А, тюрьмы-то? Нашел золото! Золото, так. Отлично. Тут вообще шахта здоровая, слушай, не б тебя сюда. Я нашел какую-то аркань ор. Сейчас дорублю и приду к тебе. Так. Слушай, ничего, что я нашел какие-то красные дурные камни? Не знаю, насколько дурные. Типа огненная руда. Редстоун или... Огненная руда. Огненная руда? Да фиг его знает. Я в рудах не очень. А в огне? В огне хорошо. Вот. Найду, когда, лаву, когда... я болью ей. Не думай, что ты это успеешь сделать. Обычно я это делаю сразу. Ты как бы не будешь знать о том, что я собираюсь это сделать. Я иду в твою шахту, тут вода. Что? Как? Куда? Там вниз сигани. Знаешь, звучит совсем не обнадеживающе. Там вода? Вон, смотри, наверху. В винте не умор. Ядрись ты колотись, какая шахта шикарная. Жалко такое. Да, бери его. Кино варить будем. Так, лапис лазули. А от зеленых грибов мне хорошо станет или плохо? Как приготовишь? Не знаю. Вот я не хочу готовить, я просто хочу съесть. Съел? Нет, он не выпал. Ну, тогда, наверное, он был несъедобный. Не факт. Ну, может, его надо как-то правильно собирать. Просто мне кто-то не дал правильную эту насадку на топор для сбора. Ага, грибная насадка. Угу. Так, слушай, человек факел, у тебя есть что посветить? Есть? Нет. О, сколько тут еще всего. Ледяная руда. Ну-ка, кто-то что-то мне... Так. А, не. Да, блин, человек. Мишайка. Так, оп. Все есть. Пошел человек угля. Кстати, ребята, я еще так же все еще играю на Pixelmon сервере. Мне, кстати, я еще не заходил на Pixelmon. Мне сказали ребята из администрации, говорит, мы там, говорит, этот... Я сделал, короче, очень маленький приват тогда, я зашел на Pixelmon поиграть, там, сделал себе приват, типа, и сделал очень маленьким. Мне сказали, типа, вот мы тебе его нормальным сделаем. У меня просто сетка не работает, это, которая показывает, где приваты, в общем. Вот, и они, типа, говорят, мы тебе сделаем там побольше в этом... Приват, все такое, в общем, вроде как сделали, и мне кто-то сказал, что там меня какой-то сюрприз ждет. Я что-то боюсь заходить после этого, конечно. Ага, такой, захожу, и просто весь дом из криперастов сделал. Кстати говоря, знаешь, что выпадывает из этого? Из грибочка? Нет. Так, сейчас. Светопыль выпадывает, ты прикинь. Ты знаешь, что это из грибочка? Да, я только что сорвал гриб, и из него светопыль. Светопыль бы, кстати, надо даже... Ух ты, обсидиан еще, ё-моё, как много всего здесь. Так, и ты знаешь, пока... я ничего не могу сломать. Ты пока тут... Ты тут пока... А, тебе кирку надо? Держи.
Я сейчас все равно пойду сделаю, иди сюда. Давай. Так вот, на. Работай, раб. Так. Ой, спасибо, хозяин. Хозяин подарил мне ржавый обломанный железный кирка. Да. Спасибо ему за то, что не носок. Переименуйся потом в Добби. Я тебе буду носки дарить. Я в Тоби лучше переименуюсь и буду тебя долбить. Так, не знаю, будет новый этот. Тоби Крушитель Черепов, не знаю, назовем. Хомяков. Знаешь, я могу на хомяков перейти, блин, дерево. Тебя потом зрители не простят. Такой, знаешь, передел канал себе. Итак, сегодня мы будем... жрать хомяков, да? Да. По-моему, достойная цель. В жизни. Конечно. В жизни любого уважающегося человека. Человека, скорее. Щавеля, да? Угу. Ой. Так. Ой. А, да, я вообще пришел посмотреть, как там тростник поживает. Тростник, что ты не растешь? Кстати, тростник можно вырастить костной пылью, нет? Да. Нет. Нельзя, жалко. Очень бы не помешало. Ладно, тогда к следующим сериям... я надеялся, что это не требует моего ответа, поэтому сказал да. К следующим сериям, надеюсь, у нас здесь вырастут наши книжки. Всего 3 книжки, блин, надо, а? Знаешь, звучит страшно, что у нас книжки будут расти. Угу. Таумометр вот... А, стоп, я же золото добыл, ё-моё! Так, у меня же таумометр можно теперь сделать. Что это означает? В далекие страны посылаешь? Это штука, которая позволяет, по-моему, видеть, какие элементы находятся в определенной вещи. То есть там земля в нем, там элементы земли и все такое. Там, допустим, я... Ты меня пугаешь. Чтобы потом крафтить всякую штуку интересную. Ну, предположим. Типа магия, понимаешь? Волшебство, Гарри Поттер, может быть. Фу. Так, таумометр готов. Отлично. Так, могу теперь изучать. Пойду изучу влажную траву. Ой, я ее уничтожил. Немножко нехорошо изучилось. Да. Не знаю, как тебе, но мне немножко как бы не нравится. Так, я... школьник в очках. Я еще изучаю, что такое бурлит. Не знаю. Я еще благодаря этой штуке изучаю новые элементы, поэтому можно будет потом больше-больше всяких штук делать. Я уже почитал всяких гайдов, поэтому... Гайдов он почитал. Ага. Поэтому я уже не настолько... Ну, да? Да, насколько был. Насколько я, да? Ну, почитай, это... гайд станешь. Скоро кончится носок. Сейчас привезу. Так. А, заодно там поковыряюсь. Ай-яй-яй-яй, меня зажевало что-то. Так, изучение теории. У меня вообще бумагу надо, блин, бумаги нету. Вообще, дом есть, построили, все ресурсы там есть, а бумаги нет и книг. Охренеть, ресурс драгоценный, блин. Так. Как бы, знание силы, береги их. Ага. По-моему, как бы более пафосно должно было звучать. Да. Вахаш все-таки. Но не сила. Что ты, магистр Йода? Но не сила. Сила знания, помогай его, да? Но не сила. Так, ладно, сейчас тебе телепортируюсь, у меня кирки есть. Носки вернее. Надо будет переименовать потом. Наковальню поставлю, переименую, тебе подарю. Носки. Так, только должна быть алмазная, чтобы ты с ней долго ходил. Алмазный носок. Зашибись. Так, воу! Появляйся, на меня что-то сыпется сверху. Так. Я хотел, честно говоря, тебя попробовать утопить, но я добрый. Ты же мне носки принес. Бери носок, у тебя не лезет он. Блин. Ты, кстати, с хоум-то что не сделал у меня? А зачем? Ну, типа, хоум, и ты дома, а не надо туда-сюда. Да? Ну да. Ну, хозяин плохой, хозяин не сказал. Все, хозяин виноват. Конечно. Да, конечно. Не я ж виноват. Я ж всего лишь долбил. Я тебя для этого тренировал. Не для этого мне носки давали. Ты должен будешь их принести домой, должен был сами
сделать такое заключение. Так. Ладно, хоть не заклинание. Может, есть заклинание носков, я не знаю. Ну, я уверен, что в твоей вселенной есть. Ух! Выросла бамбука, немножко тростника. Так, это... Я горю. Так. Не горю. Ты, кстати, ты это, пишешь, нет? Сам для себя-то, надеюсь. Что именно? Что ты можешь все писать? Ну, вот сейчас пришлось. В смысле, сейчас пришлось? А, так вообще, будто именно в этот момент, как я только сказал. Ну, почти. В общем, да, что я этим хотел сказать, если вы хотите посмотреть серию от лица Скайлайна, то у него на канале должна быть серия вроде как. Вот, поэтому ссылка на его канал в описании, если что. Так, вот. Пиар. Тайм. Слился, да? Ну. Продался. За носки. А, блин, это я за носки продался. А-а-а. Даже не подпрыгнуть. Как эта штука... А, я не знаю, как надо правильно листочки ложить, поэтому потом почитаю про это. А, лава, как смыться от лавы. Вода, например, хорошая штука такая. Я, в общем, знаешь, что тебе принесу сейчас, и тебе это должно, наверное, понравиться, хотя, по сути, перевожу... Хотя, не, в любом случае, это пригодится так. Ты достал меня? Сейчас я принесу тебе это. Это? Так. Давай. Хочу узнать, что это ты мне принесешь. Повернись. Обернись, бери. Обернись. Пока там какая-нибудь зачистка сервера не сработала. Да блин. Жесть, конечно, шикарную пещеру нашли. Я думаю, в следующей серии мы уже не будем нуждаться в огромном числе ресурсов. В следующей серии, возможно, мы отстроим тюрьму и просто будем эксплуатировать рабов. Нет. Что нет? Мы без тюрьмы обойдемся. Как без нее обойтись вообще можно? Вот так. В тюрьму можешь построить для тех, кто постоянно бегает передо мной и мешает мне, например, что-то делать. Вот туда вот хоть кого угодно сади. Кстати, через 30 секунд будет рестарт, и я думаю, на этом, в принципе, можно закончить. Мы уже довольно много всего успели сделать. Я показал свой охренительно недостроенный домик. Мы успели сделать чуть-чуть что-то из магии, успели найти офигительную пещеру. И вообще весело провели время довольно. А я нашел голову скелета. А вот у Скайлайна там пещеры, вот. Не смотрите у него серию. Да, там совершенно нечего. Башка скелета. Вот ну, давайте на этой позитивной ноте и закончили. Стой. А, слушай, а я если ее отвинчу, я могу ее взять? Попробуй, я взял ее. О! Все, я придумал. Так. Так. О! Что-то не так с моим лицом, по-моему. Да нет, все так. Так, ну ладно, ребята, вообще. Знаете, вот так он выглядит в жизни. Да, так же. Сверху у меня, снаружи у меня череп торчит, и при этом под ней еще кожа какая-то есть. Да, еще внутри. Еще я квадрат, да. В общем-то, да, на этом все, ребята. Ссылки на Skyline в описании. Смотрите серию у него. Он там офигительно круто копается в шахте. Я уверен, что никто так больше не делает, поэтому определенно. Да, и заходите к нему на канал, ставьте ему лайк, пишите комментарий, что он здорово копает просто. Да. Как... Поддерживайте меня. Настоящий раб. Да, ставьте носки, да. Ставьте носок вверх, да. Вниз не надо, вверх только носки. Только зеленый носок вверх. Да, в общем, да, сам сервер в описании, mindsoul.ru, как начать играть, как на него зайти, там все в описании. Skyline в описании, что еще в описании, что мне еще здесь? В описании. А, в описании еще как мне, как со мной записаться, ссылочка, и вроде все, надеюсь. Запишись на прием к доктору Кристаллу. Я обычно что-нибудь сильно не забываю, а потом по полчаса заканчиваю серию, как сейчас, например. В общем, все, пока сервер подгрузился, всем пока, всем спасибо за просмотр.